Раз, раз, один раз не... Так, здорово, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, нахожусь на аккаунте игрока под ником Лосось54. По типу тунца, наверное, по типу тунца, 119 тысяч силы, на самом деле молодой аккаунт, 102 тысячи самоцветов, и мы это сейчас будем тратить в попытках выбить героев. Вообще, в целом, о, может быть, вы сейчас услышите за окном, я специально оставил окно открытым, чтобы вы слышали, как гром гремит, ребята, как гром гремит. И да, про пельмени не забывай, пельмени наше все. И пока ты вкусно чавкаешь пельмешками со сметаной, не забудь поставить лайк и подписаться, дружище. Так, героев тут не хватает многих. Паладин, Гаргул, Фанатик. Паладин, серьезно. Но это как бы эти, ладно, это для судьбы. Некроз, призрачный всадник для судьбы. Леди Лео для судьбы. Темный колдун донат. Механоид Альфа донат. Так, тут весь список игроков есть. Капитан Дрейк. Капитан Дрейк, окей. Он как бы для битвы гильдии может понадобиться. Полярный лист донат. Ворожея нету, берсеркера нету, пепельная матрона, огнекрыл донат, укротитель еще. Жену я уже, если честно, все забыл и запутался. Хладный призрак Дома Холода, Сноузила, Дед Мороз, Бугимен. Подожди, а что здесь, мисс магия уже есть? Это же такой блатной аккаунт, да, смотрите, 119 тысяч сил, а мисс магия уже есть, донатный аккаунт. 173 тысячи самоцветов. Ладно, я тут хотел пробомбиться, потому что меня до сих пор удивляет, как многие игроки, включая даже вот хозяина данного аккаунта, они... пароль, пожалуйста, на коллекционера, очень выгодно. Я не знаю, типа, когда ввели только в игру коллекционера, тогда это было выгодно, тогда было интересно, и даже позиции по выбиванию было больше. То есть, ну, реально было интересно. Потом позиции уменьшили, потом награду уменьшили, и реально награда какое-то, ну, дерьмище. Я не понимаю, что вы гонитесь до сих пор за этим гребаным коллекционером. Трать с выгодой тоже просто залупа конская. 3000, смотри, 300 самоцветов потратил, получил что? Говно. 3000 самоцветов потратил, что получил? Говно. В чем логика у разработчиков? Нахер это говно? Ну, типа, как бы, тут на бездонатном аккаунте коробки есть, там, где 5 уровня таланта выпадают. А нахер эта карта обновления таланта просто? 10 тысяч самоцветов потратил, получил что? Говно. Дальше, ну, тут, окей, за 30 тысяч потраченных, о божечки, тебе дадут 2000 камней пламени. Ну и допустим, ну еще что, ну тут конечно говно, вот, ну хотя бы вот эти камушки, сундуки пламени, да, за 50 тысяч самоцветов, посмотрите, первого и второго уровня сундуки замка, ну типа как бы сумки питомцев тоже уже никому не упали, и за 100 тысяч, о боже, четвертого уровня карточка, 5 карточек созвездий. О боже, восьмого, не десятого, не девятого, а восьмого уровня мешки с эмблемой Prime и целых 50 пыли. И вот мне сегодня пишут, бля, пароль сегодня. А я вот приехал в 7 часов домой. Сегодня наконец-то можете поздравить, ребят, в комментариях. Купили велосипед ребенку новый, сразу там, чтобы хватило там на 2-3 лета, ну, сезона. Вот, приезжаю, все просто, все с ума сходят, бля, князь, пароль сегодня, там коллекционер, там трать с выгодой. Вот вся ваша трать с выгодой, единственный пункт, это вот камни пламени, ну и камни судьбы, все, остальное просто дерьмище. Оно того не стоит, ну реально, оно того не стоит, это просто, знаете, это лишний повод разработчиков трахнуть вас в одно место. Вы такие, спасибо, типа, блядь. Прекрасная акция, трать с выгодой, блядь. Я не знаю, что вы так фанитесь этим коллекционером. Когда-то, еще раз говорю, когда-то это было круто. Но сейчас это просто откровеннейшее говно. Есть, конечно, да, у меня получается по времени взять, подстроиться и как бы паролить под коллекционера. Мне не впадло, ну хотите и хотите. Паролю и паролю. Но это уже не то, что было раньше, ребята. Это уже просто, ну, дерьмище. То есть разработчики забили на эту херню. Они тупые дауны. Я не знаю, как по-другому это объяснить.
Но как бы они все свои какие-то хорошие начинания разбивают об стену долбоебизма, понимаете? И то же самое произошло и с коллекционером, и с акцией «Трать с выгоды». Но еще здесь могу понять, да, 119 тысяч силы. Берсерка выбиваем недостающего. Но у нас сегодня такое разговорное видео, роллинг. Ну, я думаю, хозяин будет рад. Подожди. А, слушай. Блин, шумодав не подавляет капельки дождя. Я бы сейчас встал бы. Я бы сейчас встал бы, друзья. Закрыл бы окно, но... Я лучше музыку, наверное, на монтаже подставлю, чтобы вы этот дождь не слышали. Землеройка, я не помню, она была у него или нет. Но просто я сейчас в труселях. Я сейчас вот возьму, встану, ребята, закрыть окно, а потом забуду это вырубить, понимаете? И все, и потом скрины с этого видео будут везде. Типа, князя жопа в черных трусах. Надеюсь, хоть не порванные. Да, я понимаю, это банальные шутки про то, что, типа, вот, там все, знаете, вот эти вот банальные шутки, там, как Ларин там сидел в пиджаке, вот, ну, типа, знаешь, вот так вот любят показывать там блогеров, мол, они там сидят в пиджаке, красиво, о, мисс Магия, мы коллекционера соберем, я говорю, падает как говно, честно, смотри, потратили 24 тысячи и выпала мисс Магия. Это, знаете, эта тема, да, там Ларин какой-то там свой фильм миниатюрный снимал, он там показывал, типа, образ блогера, который сидит в пиджаке перед камерой, а вместо штанов у него просто трусы семейки. Ну, это настолько банально, но просто я сейчас реально сижу в трусах. И как бы не хочется, знаете, лишний раз запариться, как бы. А я себя знаю, я вот сейчас это видео снимаю, а опубликую его там через день, да, бог грома. И как бы потом получится, да, что-нибудь там забуду. У меня, ну, частенько бывает, я такой в башке, так, этот момент я вырежу, там я укорочу видео, ой, то я вырежу, это я сделаю, а потом, знаешь, ты там через пару дней это все рендеришь, монтируешь, такой, ай, бля, все, закинул там что-то, срендерил, все, все нормально, как бы, и забываешь, да, про эти моменты. Или ты, к примеру, оу, стрелок на яйце до сих пор нету. Или ты, к примеру, такой, типа, вот, надо мне, знаете, что сделать, надо мне, как бы, там, смонтировать по-быстрому ролик, а потом сидишь такой, думаешь, бля, я делал какую-нибудь херню в этом ролике, надо оттуда что-то вырезать или не вырезать, бульдозер, и как бы так вот, потому, я как бы, конечно, мог бы, да, но не хочется просто этих мимасов, да, в главной роли которых буду я в трусах, Бугимен уже который раз падает, и как бы вот так вот. Ваши подарки, что у нас тут по подаркам? Ох ты, ёб твою мать. Ох ты, ёб. 19 карточек. Да, слушай, давай откроем. Какие-то, я не понимаю, ну типа... Ну, он с доната, на этом аккаунте получил дохерища ресурсов. Вот что тебе, вот, дружище, что тебе париться по поводу этого сраного коллекционера? Оно, ну, типа, как бы, тебе вообще не упало, понимаешь? Оно тебе вообще не упало. Хотя, знаете, если бы как-нибудь удачно мимас бы разошелся, как я в трусах, там, не знаю, порванных, встаю, там, перед камерой, шарюсь, там, херней какой-то занимаюсь, это бы разлетелось бы, может быть, себе пару сотен зрителей потом в будущем и прибавил бы. А, как вам такая идея? Ребят, если вдруг я когда-то засвечу свои трусы или голую жопу, знаете, это не я лоханулся, а это просто мой тайный план по обретению популярности. Вот. Ну а что? Ну а как в наше тяжелое время, кризисное, в особенности на моем канале, поступать? По-другому ты уже ничего, ну, никак, незачем и ни почему, как говорится, да? Вот, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Я пока не родила. Открываем ништяки, но мне больше интересно, что там с этих карточек упадет. А я уже даже и не помню, какие здесь герои были нужны. Сегодня вообще у нас, да, у нас вчера выходил такой балабольный роллинг, который я записывал на стриме. Мы разговаривали по поводу предстоящего добавления новых героев, да, там появилась какая-то картинка. Вот, и что еще? И как бы и сейчас тоже. Сейчас тоже балаболим, сидим такие на расслабоне. Господи, как я сегодня промок, вы бы знали. У нас эти... Я вроде ехал в магазин на машине, потом на обратном пути там со мной бабушка ехала, ну, вот дочка.
и как бы ее отвез на кладбище там посмотреть, там, неважно, там, что, могилу, короче, не суть. А то, если не скажу, да, вы скажете, а бабушку, блядь, на кладбище отвез, ну, все, ну, типа, а с кладбища поехал уже без бабушки, да, ха-ха, князь, а? Нет, ребята, вы не беспокойтесь, мне там по наследству ничего не светит, а. Нет, просто, как бы, бабушка там давно не была на кладбище, давно там не навещала, и, как бы, вот буквально приезжаем на кладбище, только из машины выходим, просто начинается ливень. Ну, как бы ливень начинается уже на том моменте, когда мы порядком от машины отошли. Слушай, ну не буду это всю херню открывать. Ну, 815, 607, 920. Не, ребят, давайте не. Самое неинтересное открыл, а самое, и самое интересное не крал. Вот реально, у тебя 920 вот этих сундуков. Вот реально, 920 ресурсов просто жопы жуй. Нахер этот коллекционер, нахер это 20, нахер, нахер там париться по поводу этого сраного коллекционера, вот, эмблемы уровня 9 прайм, господи, и мне вот хозяин аккаунта пишет, говорит, блин, ну там выгодно под коллекционера ролить, там еще акция тратит с выгодой, ты свой аккаунт видел, ты свой аккаунт-то видел, там яйцу даже не особо выгодно тратить, извини, а у тебя-то, когда у тебя, сколько, не 2500 сундуков? Откуда? Ну ладно, отсюда не падает, да, камни пламени. Ну, допустим, отсюда. Отсюда камни пламени. 1500 сундуков у тебя, из которых падают камни пламени. Господи, тебе, знаешь, ты на этот коллекционер и эту акцию тратить с выгодой. Ты можешь просто обоссать. Просто обоссать. И все, по-другому, по-другому никак. 75 осколков барда. Но мы его все равно по-любому из карточек выбьем. Ну так вот, о, маскировка хоть кому-то падает. Ну, привет, IGG. Вот, что я рассказывал, говорю. Типа, вот только все, отошли уже на порядочное расстояние от машины. И там нужно еще, понимаете, на том кладбище редко мы бываем. И мы даже. Оно здоровое. И не до конца помним, где именно то место, куда мы должны прийти, как найти эту могилу. И тут начинается ливень. И тебе еще как бы надо бродить по этому кладбищу, чтобы найти, грубо говоря, эту могилу. А у меня в машине только было два зонтика. Один мой и один для дочки. Маленький такой, розовенький. Ну и ясен пень, там дочка взяла свой зонтик, я мой зонтик отдал бабушке. Ну и сам шел как бы в это, под дождем. Кайфанул, не, я люблю. Я типа, знаете, я не сахарный, не растаю. У меня бывали ситуации, когда я всю ночь пешком там шел, заснув в электричке, и типа 25 километров ночью пешкарем шел, дождь фигачил, я был в одной рубашке. Не, мне по кайфу. Я не жалуюсь, но просто, сука, он начался именно тогда, когда уже вышли из машины. Ну и чё, столько, и просто 20 осколков только этого Гондураса. Так, чё отсюда? Чё отсюда? Дождь, короче, сегодня сумасшедший. На обратном пути едем. Вот, моментом, в момент, дождь фигачил так, что не видно было, куда едешь. Еще хер остановишься. Там еще такой отрезок пути был, что, ну, останавливаться небезопасно. Тем более в дождь, в ливень. А тут как бы едешь, такой ежик в тумане, и нихера не видно. Так, 19 карт, ну давайте сразу все откроем. И у нас 4 разновидности героя. Бард, дуэлянт и леди божество. Слушай, долгий у нас роллинг получится. Те, кто досмотрит его до конца, это прям молодцы. А, чё Бугимен падал так часто? А потому что его типа здесь не было. Сноузила, Дед Мороз, Хладный призрак, Дама Холода. А, Барт уже был. Пепельную Матрону надо выбить. Берсерка выбили. Полярного Лиса нету. А, кстати, он мог с этих карточек упасть, но он падал, не упал. Упала Леди Божества. Божество. Короче, с этих карточек человеку вообще ничего нужного не упало. Просто... Залупа Ивановна, Миша, Атлантикор, Дракос, Королева Змей, Оборотень. Давай, что там нам? Пепельная Матрона нужна? О, там Элина трезвонит на своем... О, Дама Холода недостающая. Так, что еще? Медуза,
Рыцарь тьмы, оборотень, Влад Дракула. Так, пепельную Матрону, да, еще хотелось бы. Душегуб, ворожей. Ворожей не было даже, да, Бигфут. Рыцарь тьмы. Слушай, ну сейчас на этом аккаунте будут все герои. Воу, Миша, Королева Гарпии, Сноузила. Да, ну, как бы тупорылая ситуация. 19 карточек, донатных 19 карточек. И оттуда как бы просто нихера нужного не выпало. Вообще, на самом деле, я, наверное, за все время, что я открываю эти карточки, уже сколько их сотен открыл. Ну, вряд ли там тысячи, но сотни этих карточек. Не знаю, 800 карт. Сколько я открыл со времени их, как вели? Может, больше тысячи. Ну, что-то я один или два раза в лучшем случае вспомню, когда оттуда полярный лис падал. Всякого говна я повидал, и бесконечное количество дуэлянтов, но чтоб полярный лис оттуда упал. Нет, что-то вообще как бы ни о чем. Так. А, еще главное, к дому подъезжаю, ливень вообще не останавливается. Просто жесткий там, вперемешку с градом. Как-то выскакиваю, дочку цепляю, ее быстрее бегу с ней. Ее, ну, домой отводить. Потом еще два раза пришлось бегать, вещи забирать. Потом велик еще выгружать. Вот такие вот дела. Так. Драка с друид Купидон. Слушай, три раза у нас упала... Фу-то, два раза у нас по три героя упало. Разве не круто, друзья? Еще 10 тысяч самоцветов. Ну, не знаю. Если бы еще пепельная Матрона выпала бы... Ой, паладин недостающий. Вы видели? Ребята, роллинг-то прошел не зря. Выпал недостающий паладин. Выпал-то недостающий паладин. Слушайте, как время поменялось, да? Казалось бы, там 100 с чем-то самоцветов задоначено. А по сути, есть все герои. Ну, почти. Ну, просто были бы все герои, если бы у нас в последнее время игра не скатилась в то, что каждый месяц добавляется новый донатный герой, понимаешь? Если бы у нас игра в это не скатилась бы, то как бы да. Так, ну что, роллинг мы закончили. Давайте заберем невероятную награду. Трать. Вот, понимаешь, эти гондоны, они даже сюда не поставили, типа, карточку с донатным героем. А могли бы там, знаешь, сюда одну поставить, сюда три. То есть, мне просто 50 пыли. Ты потратил 100 тысяч самоцветов и бонусом за это, блядь, получаешь 50 пыли. IGG, вы серьезно? Вот, типа, вот для чего? Для чего люди именно в эти три, в эти дни, я думаю, тратят в акцию, тратят с выгодой и коллекционер? Не потому, что они, ну, типа, лохи, они думают, что это супер награда. Нет, не по этой причине. Просто, наверное, осталась какая-то... Ну, или они не соображают в игре, или у них реально там бедственный бездонатный аккаунт, это единственный их способ, ну, что-то больше, да, заработать в этой акции. Или же это осталась такая, знаете, машинальная память, когда раньше это было выгодно, и люди понакатанные до сих пор идут на это, ведутся и тратят. Ну что? Ой, блядь. Супер награды. Раньше была радость. Раньше мы, помню, психовали из-за того, что не могли выбить 15 190 рыцарей. А сейчас ради чего? Ради маскировки, так ее и так можно талантом выбить. Даже на бездонатных аккаунтах много коробок. Эмблема проклятого доспеха. Ну, как бы она полезна, но как бы такое. Че это? Как работает? Кому? Для чего? Непонятно. Просто, знаете, сколько у нас уже видео? 20 минут длится. Очень не нравится мне все. Понимаете? Не нравится. Не нравится. Подожди, ну давай эти вот откроем. Ёпту, я не прорекламировал гильдию. Я не прорекламировал гильдию. Ничего, в начале видео надо будет ставить рекламу гильдии. Не забыть. А то многие дают-то вообще аккаунты на роллинг только ради того, чтобы гильдию прорекламировать. И я знаю, некоторые специально донатят себе на аккаунт, покупают ненужные самоцветы, чтобы дать аккаунт на роллинг мне, типа, и чтоб я это прорекламировал. А в чем смысл? Возьмите лучше перед видео рекламу, закажите, это будет дешевле, чем донатить в игру. Так, слушай, я не знаю, как оценить этот роллинг. Он прошел в такой, знаете, в домашней ламповой такой атмосфере. Я когда сижу в трусах, меня пробивает на такие разговоры. Так, гильдию я должен... А, слушай, тут даже человека без гильдии. Ребята, слушайте, охренительный парень, 119 тысяч силы, есть абсолютно все герои.
Зовите его к себе в гильдию. Понимаете, возможно, это будущий топ. Взрастите себе топа, понимаете? Вот, а видео, да, такое получилось балабольное. Я не знаю, ребята, как вы это оцените, понравится вам, не понравится. Я думаю, что удержание аудитории будет невероятно маленьким. Но кто досмотрел до конца, огромнейшее спасибо. В принципе, мы выбили каких-то недостающих героев. Мы забрали все награды с коллекционера и тратить с выгоды. Наверное, этот ролик был не зря. Вот такие вот дела. Огромнейшее спасибо вам за просмотр. Огромнейшее спасибо игроку под ником Лосось54, что наконец-то смог дождаться, когда я зайду на его аккаунт. Вот, вам пожелаю огромнейшей удачи. Я не знаю уже, что ребзят. Длинное видео, вот такое. Ну, как бы все нормально. Я похерососил разработчиков в этом видосе. Вам должно понравиться. Так что все, давайте. Хулиард лайков жду и триллион подписок на мой аккаунт. Всем удачи и пока.